Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, хочу поделиться с вами новым, свежим буксом MatShiba. Здесь можно собирать криптомонету Shiba, вывод на Express Crypto и криптомонету Solana, вывод на Faucet Pay. Без минималки на вывод, ребятки. Здесь можно выводить с одной сатоши, как-то так. Я вчера очень поздно зашла, и было участников 1000, там чем-то, уже не помню, уже более 3000. Конечно, народ идет. Это все перевести можно. Регистрация здесь наипростейшая. Вводите email, два раза пароль. Ставите вот эту, ставьте капчу при регистрации. Лучше, как бы, да? Разгадывайте капчу, регистрируйтесь. Обязательно подтвердить адрес электронной почты. Я же зайду, так как я зарегистрирована. Вот. Вход по имейлу и паролю. Значит, у меня 970 уже монет, так как я немножко вчера поработала. Присоединяйтесь ко мне, кому интересно, в Telegram. Здесь я просто, ребятки, физически не могу писать видео, как бы публикую буксы, выплаты, скрины, выплат, как бы, да. Вот. Ну и как бы это самое... Делюсь информацией. Значит, давайте теперь по буксу. Есть чат, кстати, вот такой вот мини-чат можно написать. Что он нам предлагает? Как я уже сказала, здесь две криптомонетки на вывод идут. Значит, Shiba и Solana. Shiba идет на Express Crypto. Solana на Faucet Pay. Вот. И здесь они еще плюшки. Так как букс новый, здесь можно перевести и прочесть. Реферальная комиссия 125%. Только ограниченное время. 100 тысяч монет. Это равна 1 Shiba Inu, 100 тысяч монет, 2 сатоши Solana, мгновенная оплата, большое увеличение. Так, и что, те, кто соберет наибольшее количество рефералов к 1 декабря 2021 года, разыграя среди них, что здесь, 200 тысяч вот Shiba монет. Ну, такие тут плюшечки. Ладно, так, далее что еще? Здесь сразу находится реферальная ссылочка, ребятки, на домашней страничке. Можно установить язык. Вот здесь, в правом в левом нижнем углу. Кликаем. И ставить, какой вам здесь язык надо. Вот. У меня оригинал стоит. Далее что? Есть достижения. Пойдем по вкладкам теперь. Выполняйте. Так, претензия. Сейчас поставлю английский. Это у нас что? Кран обычный. Можно делать 10 тысяч клеймов. Значит, разгадываем капчу. Я поставил вот этот Google Recapture. Она полегче, как бы... С этой капчей бывает, что не проходит эта самая капча, как это пишут они, так, ОС. Так, и так, по-моему, правильно. Это инвалид капча, как они любят писать. Вот. И вот мне дали. Далее автоклейм, это автокран. Также есть шорт-линк, короткие ссылки. И автокран доступен, как обычно в таких буксах, когда просматриваете короткие ссылки.
Значит, ПТС. Рекламка. 58 рекламок. Вот на такую сумму. 317 тысяч вот этих коинов. По 10 секунд дают за клейм 50 тысяч коинов. Вот. И все по 10 секунд. Ну, просмотр. Обычный. Кликаем. Нас перебрасывает на страничку. Ждем отсчет таймера. Вот он. Я выбираю вот эту капчу. Кликаем на зеленую вкладочку. Возвращаемся. Вкладочку можно закрыть. Все, нам зачет. Далее, что здесь еще? Ну, таким вот образом просматриваем всю рекламку. Так, лотерея. Как бы. Потом заданий нет. Здесь рекламить. Ну и все. Депозит нам не надо. Это история. Это тоже ничего такого. Ну и давайте перейдем к выводу. Значит, давайте перейдем к выводу. Что нам тут надо? Вот NEP Solana на Pulsed Pay. Solana Pulsed. Один коин, короче, тут видим, да? И Express Crypto, если вы будете шибу выводить, да? То она идет на Express Crypto. Минимум один коин равен 1000 шибу сатошиков. Вот как-то так. Я буду выводить на Pulsed Pay Solana. Так, я иду на Pulsed Pay. Депозитный счет. Так, копируем адрес. Ну что ты скопировала? Так, далее что? Сумма вот она по умолчанию стоит. Значит, или адрес Express Crypto, или вот такой вот адрес. А, ребятки, обождите-ка, смотрите. Solana, Pulsed Pay, email адрес, ребятки. Видите, а я скопировала код. Нужно быть внимательным. Делаю в режиме онлайн. Вставляю код. И что? Вперед и с песнем, да, как говорится. Сейчас проверим. Кликаем на зеленую вкладочку. И что у нас? Вывелись. Наши монетки. Или как? Сейчас посмотрим. Пойдем на Express Crypto. На домашнюю страничку. Да, вывелись. Вот. Мат Шиба. Вывод. 22 Сатоши Солана. 24 ноября. Как бы все платит инстантом. Без минималки. Вот такое количество у меня осталось монеток. Здесь видим. Я еще не просматривала рекламку. Чисто я вчера сколько? 2-3 рекламки просмотрела. И сейчас вот одну. Как бы. Вот. Ну, в дальнейшем, естественно, я это все буду просматривать. Чисто для видео сделала вывод, чтобы показать то, что платит инстант. Кому интересно, ребятки, работаем, зарабатываем. Но неинтересно, проходим мимо. Каждому свое. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.